Крупное культурное событие произошло в Верхней Волжье. В областной филармонии состоялся концерт-презентация стипендиатов губернатора Тверской области и лауреатов региональных премий. Подробнее об этом событии расскажет Наталья Федорова. Ежегодный конкурс на присуждение стипендий губернатора Тверской области позволяет выявить наиболее талантливых молодых художников, танцоров и, конечно же, музыкантов. Продемонстрировать свое искусство решили девочки из Торжка. Костюмы своими руками, которые создавались более 2 месяцев, вот настоящий пример восхищения. Круговая сделана из гофрированной бумаги. Сам костюм он сделан на основе полупосадского платка, кружева. Тут стразы, ну, обычные пайетки. Красила я акрилом. Дипломы стипендиатов были вручены не только жителям Твери, но и многих муниципалитетов Верхневолжья. Так свои дипломы получили братья Ивановы, которых знают не только в Тверской области, но и по всей России. Как признаются ребята, победа была приятной, но неожиданной. Вот я, честно говоря, когда первый раз участвовал, я очень скептически к этому относился, что там... Я посмотрел, там было очень много участников, все такие... Все очень на высоком уровне. Я думал, что нет, не получится. Боялся очень. Думал, ничего не займу. А так оказалось, первое место сразу занял. Для многих из юных исполнителей участие в конкурсе – это своего рода начало профессиональной карьеры. Пробы сил на большой сцене и, безусловно, колоссальный опыт, которым они впоследствии пользуются при поступлении в высшее учебное заведение. Я планирую закончить детскую музыкальную школу в Литверском музыкальном колледже имени Мусоргского, в котором я еще учусь уже 6-й год, и поступить после училища в Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского и уже дальше пойти уже по пути музыки. В нашем регионе расширяются возможности учреждений закупать современное оборудование и инструменты. С каждым годом увеличивается количество культурных мероприятий разного уровня. Их ключевая цель – дать возможность талантам ярко заявить о себе, обменяться опытом, открыть для себя мир искусства. Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Молодые дарования своим творчеством продолжают культурные традиции Верхневолжья. Каждый школьник и студент должен иметь возможность найти применение своим талантам на Тверской земле. Награждение стипендиатов губернатора Тверской области стало завершением областного конкурса, который состоялся в апреле. В этом году в нем приняли участие более 300 ребят из детских школ искусств, общеобразовательных организаций, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений.